Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Ну что ж, сегодня мы подводим итоги прошедшего голосования в Палате общин Англии по соглашению о выходе Великобритании из состава Европейского Союза. Рассчитывали на то, что сегодня сможем уже выдохнуть и, скажем, проанализировать все, что случится, определиться с дальнейшим вектором движения британца. Но вы сами все прекрасно видите, после серьезного всплеска волатильности котировки вернулись, собственно, к тем уровням, на которых мы наблюдали курс пары фунт-доллар еще до начала голосования. И сам факт голосования перетек, голосование по соглашению о Брекзите перетек в голосование по недоверию к Терезе Мэй. Поэтому, друзья, покой нам только снится, мы начинаем опять заново фокусироваться на неопределенности в Великобритании, понимая то, что ситуация там еще очень далека от разрешения. И все те комментарии, которые я давал вчера, напутствие о том, что нужно контролировать риски, они справедливы. Друзья, скорее всего, будут не только сегодня в ожидании, опять же, своего рода очередного вота в недоверии Терезы Мэй. Эти напутствия будут справедливы как минимум до следующего понедельника, потому что, судя по вчерашним комментариям Терезы Мэй, она планирует предложить новый план действия к понедельнику. Но, безусловно, если ей сегодня удастся удачно пройти голосование о недоверии, я бы за это не стал ручаться, потому что очень уж много критики сейчас в ее адрес, и в принципе Тереза Мэй уже начинает ассоциироваться с несостоятельностью текущего политического курса и крайне непродуманной политикой по Брекзиту. Сегодня давайте немножечко мы отойдем от нашего привычного сценария. Друзья, я вот прям предлагаю начать с британцев, потому что это важно, и продолжить британцам, ну, в принципе, даже и закончить, хотя я сделаю небольшие лирические отступления еще касательно евро, доллара и нефтянки, но им я уделю чуть меньше внимания. В центре сейчас нашего внимания остается фунт, друзья, текущие котировки по паре фунт-доллар 1.2852. Вчерашний день ожидаемо полная фиаско, провал планов Терезы Мэй все-таки протащить соглашение еще в ноябре, согласованное с представителями Европейского Союза. За этот документ не проголосовало необходимое количество депутатов, он не получил поддержки. Собственно, анализируя распределение голосов, становится очевидно, ясно и понятно, что поддержки как таковой у Терезы Мэй по-прежнему нет. Собственно, по распределению голосов 202 депутата проголосовали за тот план, который она предложила по выходу из состава Европейского Союза. И куда больше, больше чем в два раза, 432 депутата проголосовали против. Важно отметить то, что вся партия лейбористов, за редким исключением, была, собственно, против соглашения, предложенного Терезой Мэй. Но, учитывая, как агрессивно сейчас действует партия лейбористов во главе с Джереми Корбином, я бы даже уже усомнился в том, что он исходит из защиты государственных интересов и нацбезопасности. Вот явно попахивает какой-то личной неприязнью к Терезе Мэй, а может быть абсолютно прагматичным желанием для политика такого уровня, как он, занять ее премьерское кресло. Кстати, именно он выступил основным инициатором сегодняшнего голосования на недоверие, которое состоится в 22:00 по московскому времени. Разбираясь именно с вчерашним голосованием, напомню, друзья, то, что это действительно была уже вторая попытка протащить документ через палату общин. Первая не состоялось, потому что в ноябре, буквально, точнее в декабре, за день до голосования, Тереза Мэй решила отложить обсуждение этого документа в кабинете министров, потому что уже тогда понимала, что вряд ли получит достаточной поддержки и вряд ли этот документ будет согласован. То есть фактически она попробовала выиграть время. Признаю то, что за вот эти месяц с небольшим Тереза Мэй всячески старалась убедить скептиков в том, что тот вариант соглашения, который был обсуждался с Европейским Союзом, является единственно возможным, самым лучшим, самым оптимальным.
Но поскольку сейчас голосование все-таки не получило зеленый свет, мы говорим уже смело о том, что все ее попытки убедить скептиков ни к чему, собственно, не привели. Следующая дата важная, она остается прежней, 29 марта. Это когда, собственно, Англия уже официально должна покинуть состав Европейского Союза. И пока что корректив этой даты нету. Собственно, даже вчера Тереза Мэй говорила о том, что она по-прежнему ориентируется на это число и по-прежнему рассчитывает на то, что все будет нормально. Посмотрим теперь за динамикой британца. Волатильность была серьезной. Я бы не сказал, что это волатильность, которую можно соотнести с настолько важным, настолько крутым событием. Вероятно, могли бы видеть движение и поинтереснее, но работаем с тем, с чем работаем, друзья. Пара фунт-доллар еще до голосования на вот этом скепсисе, понимание того, что документы соглашения заблокируют, потеряла 200 пунктов, однако впоследствии, собственно, выросла на эти самые 200 пунктов и вернулась, опять же, к уровню, на которых мы наблюдали пару еще за несколько дней до голосования. Вот убран с рынка сейчас вот этот экстремум, если, скажем так, вот эту тень, которая сформировалась на дневках, вообще можно было бы зарисовать, такое ощущение, что мы, в принципе, и не работали ни с каким насыщенным фундаментом. Это еще один, друзья, сигнал того, что все самое интересное впереди. Мы должны быть крайне по-прежнему бдительными к тому, что сейчас происходит с британской валютой, что творится вообще в Англии в плане вот этих политических изменений и голосования по соглашению о Брекзите. Почему британская валюта выросла? Это большой вопрос. Он наверняка сегодня является центровым для трейдеров. Кто-то пытается найти информацию, может быть, не доступную для всех, чтобы оправдать это движение. Но я связываю, друзья, этот рост только лишь с тем, что на рынке по-прежнему есть надежды. То, что, собственно, Англия может избежать, точнее, процедура выхода Англии из состава Европейского Союза, может избежать жесткого процесса. Вот по сценариям, как может развиваться эта ситуация дальше. Конечно же, самый негативный, друзья, он остается прежним, жесткий выход, когда Англия теряет доступ к таможенному союзу, единому европейскому рынку, когда разрываются все торговые партнерские отношения со странами Европейского Союза и создаются очень серьезные преграды и препятствия для движения товаров, услуг, капитала через границы. Я думаю, что если бы сейчас этот сценарий был бы приоритетным, то есть если бы всецело и все полагались, что именно по нему пойдет развитие дальнейших событий, то мы бы сейчас фунт видели уж точно не на уровне 1.2850, а гораздо ниже планки 1.25. Но то, что фунт вырос, трейдеры, участники рынка, инвесторы, все сейчас живут надеждами на то, что, возможно, будет перенесена дата инициирования, собственно, 50-й статьи Лиссабонского договора, ну, условно говоря, подвинут дату от официального выхода Англии из состава Европейского Союза от 29 марта на более поздний период. И тем самым снова выигрывают время, чтобы попробовать найти компромисс и попробовать создать условия, при которых вот это соглашение получит достаточную поддержку в кабинете министров. Хотя, друзья, есть еще несколько сценариев. Это, к примеру, внеочередные парламентские выборы, которые будут направлены на формирование нового правительства. И новое правительство уже попробует по-новому, через новые подходы, задействование новых инструментов, договориться уже с представителями Европейского Союза о новых условиях выхода из состава ЕС. И мне кажется, что этот сценарий крайне маловероятный. Еще, наверное, менее вероятным сценарием, более-менее вероятным сценарием является повторное голосование, повторный референдум о Брексите, но его цель уже будет отменить процедуру выхода из состава Европейского Союза и сохранение Англии, собственно, членом ЕС. Тоже шансы на реализацию этого сценария не так высоки. Поэтому сейчас, друзья,
Нам что остается? Мы ждем сегодняшнее голосование в 22:00 по недоверию к Терезе Мэй. Смотрим, как она проходит это голосование. Если все-таки ей удастся сохранить кресло премьер-министра, тогда ориентируемся уже на следующий понедельник, когда по вчерашним комментариям Терезы Мэй она должна представить новый план действий. Вот оставшиеся дни этой недели она планирует использовать для того, чтобы понять, что же критическим образом не устраивает скептиков, однопартийцев и оппозиционеров, чтобы уже попробовать на совершенно другом уровне поговорить с представителями Европейского Союза постфактум того, что текущий документ не находит должного одобрения. Может быть, по ее наивным предположениям, в чем, безусловно, критиковать ее ни в коем случае нельзя, может быть, Европейский Союз, видя то, что происходит, пойдет на какие-то уступки. Будем следить, друзья. Очевидно, что сейчас неопределенность достигла нового уровня. Эта неопределенность формирует базу для чудовищной волатильности британца. Сегодня фунт будет ходить, так же, как и, собственно, до конца этой недели. Хотите, друзья, можете метаться, опять же, от покупок к продажам в надежде то, что вам удастся выжить по максимуму из вот этого активного рынка, из этой волатильности. Я такую стратегию не разделяю. Я рекомендую все-таки придерживаться сценария, когда вы четко определились с тем, что может произойти с Англией дальше. Я повторяю свою позицию. Она ничуть не изменилась уже постфактум прошедшего голосования. Я только лишь еще раз убедился в том, что поддержки у Терезы Мэй нету. Я убедился в том, что будут предприниматься всяческие шаги сейчас, больше направлены даже не на то, чтобы договориться с Европейским Союзом, а на то, чтобы лишить ее полномочий премьер-министра. Это точно не позитив, который можно транслировать в возрождение нового восходящего движения по британцу. По основным сценариям мы только что поговорили, друзья. Будем смотреть, какой из них все-таки станет приоритетным дальше. Я напоминаю, что, на мой взгляд, самый вероятный сценарий – это перенос сроков официального выхода Англии из состава ЕС, там, может быть, до мая или до летнего уже сезона. И это время должно быть использовано для того, чтобы снова попытаться прийти к общему знаменателю со всеми теми, кто из кабинета министров все-таки проголосовал за текущий план выхода из состава Европейского Союза. Время, с одной стороны, может быть, и выиграют, но нас, трейдеров и спекулянтов, заставят держать, друзья, в очень затяжном напряжении. Ну, мы к этому уже привыкли. Наверное, даже лучше, когда на рынке происходят такие форс-мажоры и паника. За ними скрываются возможности. Хуже, когда рынки стоят и являются абсолютно безыдейными. Поэтому фундамент по Брекзиту является определяющим для британцев. Я вот сегодня хотел сказать, что можно обратить внимание и на речь Карни. Она, кстати, состоится очень скоро, в 12:15 по московскому времени. Можно обратить внимание на данные по инфляции в Англии. Но это точно не приведет к серьезным движениям, определяющим, значимым для фунта. И если сегодня британец будет активно ходить, то уж точно движение, которое мы завтра с вами будем уже объяснять, разбираться в нем, вряд ли будет связано со статистикой по инфляции. Очень рано еще говорить о стабильных макроэкономических показателях и тех изменениях, которые могут произойти с монетарной политикой в плане повышения процентных ставок. А вот что касается, кстати, речи Карни, то со свойственным ему скепсисом он традиционно уже давно готовил нас к тому, что жесткого Брекзита не миновать. Я думаю, что сегодня можно будет несколько критических комментариев от него услышать. И это способно усилить скепсис в отношении будущего британской валюты и поддержать, собственно, ну, лично ту позицию, которой я руководствуюсь. Это позиция по продаже британского доллара. Центральное же событие, такое же значимое, собственно, друзья, как вчерашнее голосование, тоже в то же самое время. 22:00 – это голосование о недоверии Терезы Мэй. Поэтому ни в коем случае, если у вас есть открытые позиции, надолго не оставляйте их без внимания. Ну, может быть, даже лишний комментарий. Вы все прекрасно знаете, как такого рода события влияют на динамику инструмента.
Ну и что касается других финансовых активов, вкратце давайте пробежимся. Нефтянка, которая растет, 60-62 сейчас уровни. Собственно, рост в рамках вчерашней торговой сессии был обусловлен планами Китая продолжить поддерживать экономику, то есть предпринять дополнительные действия по стимулированию, чтобы избежать еще большего замедления экономического восстановления. В понедельник, кстати, нефтянка снижалась, опять же, из-за Китая, после того, как вышли удручающие данные по состоянию внешней торговли. Сейчас уже планы Народного банка Китая очень голословные, очень общие. Я бы даже сказал, что вряд ли они даже реализуются, но пока что настроение они влияние оказывают. Это планы снизить налоги, снизить процентные ставки, сделать кредитование более дешевым, увеличить расходы инвестиций в бюджетную инфраструктуру. Ну, согласитесь, для Китая, мне кажется, это сейчас совершенно невероятные, собственно, инструменты, которые могут быть использованы для экономического стимулирования. Но в моменте рынок обнадежился этим. Считается то, что если эти действия действительно будут реализованы, если Народный банк Китая сделает все, о чем он заявил, тогда Китай сохранит за собой высокие достаточные показатели спроса, в том числе и на углеводороды. Сегодня, друзья, в 18:30 выйдет статистика по запасам нефти США. По прогнозам экспертов Global Platts, сегодня нас ожидает еще одна неделя снижения, минус 250 тысяч баррелей, соответственно, уже третья неделя снижения подряд будет. Еще в понедельник я говорил, что с учетом высокого спроса на топливо, возможно, у нас есть сейчас хорошие условия поработать с циклом статистики по снижению запасов и говорить о том, что у нефти будет достаточная фундаментальная поддержка. Поэтому сегодня ждем этот релиз. На прошлой неделе он очень неплохо поддержал нефтянку, поспособствовал тому, чтобы котировки ушли выше $60 за баррель. Я надеюсь, то, что сейчас, благодаря этому отчету, если статистика, конечно же, укажет на снижение запасов, нефть заберется еще выше. Вчера, кстати, вышел отчет еще от Американского института нефти. Мы в такой в коррелирующей связке их разбираем. Репетиция неплохая. По версии Американского института запасы также снизились, но, правда, посильнее, чем прогнозируется от официальных данных. По версии API запасы снизились на 560 тысяч. До конца недели также за нефтью будем следить, потому что еще в четверг у нас доклад от ОПЕК, потому что происходит на рынке нефти. И в пятницу доклад от Международного энергетического агентства. Его будем разбирать уже в понедельник. Прежние факторы роста сохраняют свою актуальность. Я надеюсь, вы их помните. Краткосрочный посыл тоже неизменный, друзья. Цель 65. Давайте ждать, собственно, ее отработки. Рубль топчется в районе 67. Цели по российскому валютному активу тоже известны. Я считаю, что повторять их не нужно. Европейская валюта вчера снижалась. С одной стороны, могло показаться то, что евро полностью копирует динамику британца. То есть фунт снижался, большую часть торговой сессии евро тоже шел вниз. Но когда фунт восстановился, евро так и остался на донных уровнях. Это очень хороший сигнал для медведя, потому что он указывает на то, что европейская валюта в моменте движут не только политические риски ближайшего соседа, но и все-таки еще и слабая макроэкономическая статистика, влияющая на перспективы денежно-кредитной политики. Темпы экономического роста Германии, друзья, судя по всему, в 2018 году составят 1,5%, хотя можно сказать, что это уже подтвержденные данные. 1,5% – это очень мало, это худший результат за последние 5 лет. То есть последний раз мы видели похожие цифры в 2013 году. Влияние на темп экономического роста Германии оказывает и ситуация, напряженная в общей мировой экономике с экономическим ростом. Это и торговый конфликт с Китаем и США. Он влияет на все, собственно, страны. Мы уже это констатировали. Но есть еще и внутренние проблемы. Это низкая активность потребителей и слабый спрос. Соответственно, мы наблюдаем те цифры, которые являются справедливыми, друзья. И вчерашнее выступление Драги, которое как раз пришлось уже на пост, произошло после выхода этой статистики. Собственно, Драги делает акцент на то, что экономика нуждается по-прежнему в экономическом стимулировании, и Европейский центральный банк планирует дать экономике столько стимулирования, сколько потребуется, с учетом растущих рисков неопределенности,
актуальность которых сохраняется. Друзья, это снова еще один для нас сигнал, благодаря Драги и статистике, из-за которого мы должны быть преданы идее продаж европейской валюты. Чуть позже, когда будут пересматриваться параметры денежно-кредитной политики, Драги даст официальные комментарии по тому, что произойдет с курсом монетарного режима дальше, мы услышим, что ставки не будут повышены в этом году. Вот это как раз лично для меня серьезный триггер, из-за которого евро можно будет попытаться продавить даже ниже уровня 1.10. Доллар-иена ситуация не меняется, 108.50. Вчера вышли данные по индексу цен производителей, это одна из компонентов инфляции, слабая статистика и, соответственно, ожидание того, что индекс потребительских цен останется под давлением. Но индекс цен производителей снизился из-за того обвала котировок нефти, который произошел в конце прошлого года. Поэтому можно сейчас говорить, что снижение оправдано, оно связано с, опять же, нисходящей тенденцией на рынке углеводородов, но эта тенденция может измениться, и это не новая реальность для показателей инфляции, скажем, вследствие которой у индекса будут только одни перспективы снижаться. По доллару мы тоже, друзья, очень много говорили. Я напоминаю, что основные посылы, из-за которых пока в доллар особо верить не стоит, это политика американского регулятора, которая будет сдержана. Это продолжающийся шатдаун, который также создает определенные препятствия для достижения правительством США целей по экономическому росту. Это низкие показатели доходности облигаций, хотя доходности вытекают из политики Федрезерва. Ну и это еще по-прежнему очень рискованное предприятие, связанное с торговыми отношениями между США и Китаем. Мы следим за тем, как они развиваются, пока подробностей нету, но допускаем, что в конце концов после марта может оказаться так, что торговый конфликт заиграет новыми красками, и без какого-либо, собственно, двухстороннего соглашения мы вынуждены вернемся к очевидной конфронтации, способной продолжить угрожать, собственно, мировой экономике еще большим экономическим спадом. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Будьте бдительны, внимательны. Сегодня движение мощное по фунту продолжится. Ориентируемся на 22.00 по московскому времени. Ждем голосования о недоверии Терезы Мэй. Завтра, собственно, я вас всех жду на брифинге. Будем разбирать еще один крайне насыщенный и значимый день для британской экономики. Всего доброго. До свидания.